Ночь в отеле Миротель, и один из наших... Я думал, я неправильно сказал. Просто помню, что Миротель. Да, и один из наших коллег-авторов тоже, он приехал со своей невестой, у него был такой небольшой медовый месяц. А я просто не знал о целебных качествах воды, там, Нафтуся и все вот эти воды. Я не знал, честно говоря, это я впервые был в Трусковце. Я повел его в бювет, он тоже, наверное, не знал. Я говорю, смотри, сколько воды, вот попробуй вот эту попробуй. И он так раз один стакан залпом, выпил, второй стакан, третий через трубочку. Я говорю, вот эту через трубочку пьют, попробуй обязательно. И он это все выпил где-то стакана 4, наверное. А мне просто изначально вода показалась не такой вкусной, как ему, поэтому я там глоточек сделал и все. И в медовый месяц у него прекрасно прошел, неделю, наверное, где-то он после Нафтуси и всего остального, неделю он отсиживался, вот памперса не хватало ему, поэтому, да, наверное, вспоминает меня до сих пор. Друзья, Сергей, вы же пойдете пить воду? Да нет. Я вам хочу сказать, 4 стакана залпом, и сегодня на концерт можете не приходить, в принципе. Друзья, мы вас ждем на нашем концерте в 20:00. Будем очень рады вас видеть. Обещаем интересную, насыщенную программу, дружескую атмосферу и что, Сергей? И радушие. И общение с нами. Непосредственно можно будет пообщаться с нами в зале. Мы со всеми поговорим. Можете будет задать свои вопросы. Будет много хороших номеров старых, новых, тех, которых вы не видели. Обязательно приходите. И Сергей не зря сказал, общение будет в зале. Поэтому за лучший вопрос Сергей, претендента на лучший вопрос, Сергей будет главный приз. Это поцелуй Сергея. Поэтому в основном девушки задавайте вопросы, потому что мужчин достаточно тяжело целовать. Да? Какие-то воспоминания не было. Мало ли, вдруг ты там кого-то целовал, когда, по-дружески. Все, спасибо большое. Мы в бювет, если кто-то еще... Друзья, если кто-то хочет сфотографироваться, мы можем здесь прямо сейчас сфотографироваться с вами. Вот есть специальный вот такой вот замечательный фотограф. Давайте тогда, я предлагаю тогда, если можно, чуть-чуть туда выйти, потому что мы сейчас туда провалимся.